Это центр Лондона, Vauxhall Bridge Road. Машин практически, вы видите, нету. Суббота, 3 часа дня. Бензин дорогой. Сейчас дойду, вон впереди British Petroleum. Обалдеть, представляете? Люди не садятся за машины, потому что очень дорогой бензин. Ездят только в крайнем случае. Пустой город вообще. Вообще, тут станция Виктория рядом. Здесь вообще никогда такого не было. Посмотрите, просто практически половина машин такси. Вот мы на бензозаправке British Petroleum. А вот цены. Вот как-то так. Ну вот, как-то так. В Лондоне теперь с транспортом. Посреди бела дня, выходной день, Пасха. Все должны куда-то ехать. Погода прекрасная. Всю жизнь всегда... Понимаете, я на этой улице сдавала на водительские права. Здесь, там впереди виадук будет. Здесь машин было поток. Там вот впереди выезд на мост. Ну вот, короче, как-то так. Ладно, пошла в центр, посмотрю, что там на Трафальгарке вам сниму. Первый мотоциклист за последние 20 минут, наверное, тут проехал. Вот, смотрите, где мы. Пимлика, Vauxhall Bridge Road. Вот. Так, вот заправка Texaco. И вон цена.